Всем привет! Уникальный, неповторимый, эксклюзивный Spice Hotel в сегодняшнем обзоре Белек, Турция. Отель имеет категорию 5 звезд, расположен в Белеке на Анталийском побережье, в живописном уголке в окружении сосновых и ореховых лесов. Рядом стоящие отели – это Адам и Ева и Гюрал Премьер. На входе вас встречает приветственный welcome drink. Можно взять шоколадку, либо печенье, напитки. Красивые живые цветы присутствуют как несомненный атрибут отелей высокого уровня. Расстояние до аэропорта Анталии 35 километров, до центра Белека 2 километра. Зона ресепшн выглядит интересно, тут много места. Интерьер выполнен в стиле дворцовой марокканской архитектуры. Сразу бросается в глаза множество эксклюзивных предметов интерьера. Это не обычные вещи, а уникальные и неповторимые. Антикварные, собранные с разных уголков мира, либо созданные под заказ. Находясь в окружении таких предметов, еще больше начинаешь чувствовать свою уникальность. Первое впечатление – я попал во дворец. В отеле отдыхали такие звезды, как Вера Брежнева, Александр Ревва, Юлия Савичева, Наталья Подольская, группа «Серебро» и другие. Отель является победителем Luxury Lifestyle Awards, а это довольно престижная мировая награда, которая присуждается лучшим в широком спектре отраслей. Создается впечатление, что ты живешь в музее или в Восточном дворце. Количество уникальных предметов на квадратный метр зашкаливает. Я даже не знаю, с каким отелем можно его сравнить, потому что ничего подобного не встречал. Впечатляет, удивляет и заставляет испытывать новые эмоции. А ведь новые эмоции – это то, для чего мы едем на отдых. Дворцовый марокканский стиль погружает в восточную сказку, и наше путешествие по Спайсу начинается. Зона ресепшн плавно переходит в зону лобби-бара, называется он Касабланка и работает 24 часа в сутки. Концепция ультра все включено, и тут доступен богатый выбор алкогольных и безалкогольных напитков импортного и местного производства. Чивас 12-летний, Балантайнс, Текила Алмека, Апероль, Беллис и другие напитки доступны в рамках концепции. В любое время дня и ночи вас ждут тут приветливые бармены, а мы идем дальше. Если вспомнить, что это отель, а не дворец, и находимся мы с вами в 2024 году, уместно отметить, что Wi-Fi работает по всей территории отеля, а персонал разговаривает на разных языках, в том числе и на русском. Поэтому языкового барьера у вас тут не возникнет. Контингент туристов в основном интернациональный, примерно на 50% русскоязычный и на 50% европейский. Прогуливаясь по отелю, можно рассматривать многочисленные предметы интерьера и наслаждаться этим пространством. Отель круглогодичный, он не закрывается на зиму, работает постоянно. В отеле полностью отреновирован номерной фонд в 2023-2024 году. Также обновили территорию пляжа, но об этом попозже. В отеле 6 панорамных лифтов в главном корпусе. При движении вы можете наблюдать красивую территорию отеля. Мы приехали на этаж B, по-другому его можно назвать минус первый. Это зона отеля, в которой расположен спа-центр, магазины, игровой зал, ресторан. С навигацией у отеля все в порядке, везде есть информационные таблички. Разобраться с ними несложно, буквально за несколько часов начинаешь ориентироваться в отеле и понимать, что где находится и куда идти. Одна из достопримечательностей отеля – вот эта дверь. Это целое произведение искусства, изготовлена она из верблюжьей кости, 1285 год, и привезена из Монголии. Идем дальше и не перестаем удивляться. Интересные локации тут находятся практически повсюду. Есть где пофоткаться и пополнить свой Instagram необычными интересными фото. Найти актуальные туры по разным направлениям вы можете на нашем сайте. Тут легко и просто подобрать себе отдых с вылетами из Минска или Москвы, исходя из ваших параметров. А также на главной странице вас ждут спецпредложения и горящие туры. Если вам нужна помощь специалиста, тут же можно оставить заявку. Добро пожаловать на наш сайт. С нижнего этажа можно выйти на территорию отеля. Ее можно назвать большой. Площадь 91 000 квадратных метров. В
Встречает нас красная дорожка, а также зеленые красивые постриженные деревья. Территория ухоженная, видно, что за ней тщательно следят. Все вокруг радует глаз. Перед основным зданием расположен бассейн с фонтанами, который впадает в основной большой бассейн площадью 5000 квадратных метров. Состоит отель из одного главного пятиэтажного здания, а также двух небольших дополнительных корпусов. Все в восточном стиле, выглядит монументально и величественно. Благодаря высоким деревьям тут есть тенистые участки, где летом не так жарко. Возле бассейна расположена такая интересная беседка. Наш отдых состоит из мелочей, и тут важна каждая деталь. Все имеет значение, и все влияет на ваше общее впечатление. Бассейн изогнутой неправильной формы, он очень большой. По периметру со всех сторон расположены зонтики и шезлонги. Можно расположиться с любой стороны, где вам больше всего понравится. Ближе к бару, либо ближе к главному зданию. Перед вами территория отеля, и несмотря на то, что она большая, тут все хорошо продумано и находится в шаговой доступности. Направляемся дальше по территории, углубляемся, обходим бассейн с другой стороны. Как видите, тут тоже зонтики и шезлонги, они рассредоточены по всему периметру. С противоположной стороны бассейна находится кафе-кондитерская «Ванила». Тут подают вафли и мороженое с 13 до 18 часов. Рядом находится одна интересная локация, такое интересное укромное место со столиками и стульями и диванами, где можно красиво посидеть. Отсюда открывается вид на отель и на бассейн. По ступенькам можно спуститься в бассейн, очень красиво и душевно. У бассейна по другую сторону находится шербет-бар, работает с 9 часов утра до 24. Тут также богатый выбор напитков, практически весь ассортимент, который доступен в лобби-баре, доступен и в данном баре у бассейна. Во многих отелях концепция «Ультра все включено» работает только в лобби-баре, а в Spice Hotel в баре у бассейна есть все, что и в лобби-баре. Кстати, все софт-напитки Cola, Fanta, Sprite подаются в стеклянных бутылках. Возле бара есть площадка, по вечерам здесь проходят развлекательные мероприятия, тематические вечеринки, диджей-перформансы, днем играет музыка, а я перемещаюсь дальше в детскую зону. Отель позиционирует себя как семейный отель, и тут присутствует много услуг и сервисов для детей. Детский клуб для возрастов от 4 до 12 лет предоставляет различные развлекательные и активные программы, есть русскоязычный персонал. Часы работы детского клуба с 10 утра до 10 вечера. Проходят всевозможные мастер-классы. Самый популярный – это ракетный двор. Это мастер-класс по разработке и запуску ракет. Мини-диско начинается в 20:30. На территории клуба расположена игровая площадка. Тут есть горки, домики, есть где полазить и попрыгать. Игровая площадка расположена на открытом воздухе, но есть навесы от солнца. Рядом с детским клубом расположен аквапарк. Работает он в летнее время, открывается 1 мая в зависимости от погодных условий. В аквапарке 7 водных горок, как маленькие, так и побольше. Подойдет для детей разных возрастов, а также для взрослых. Аквапарк работает по расписанию, часы работы с 10 до 12 и с 14 до 16 часов. Рядом с аквапарком расположен душ и кабинки для переодевания, и тут же неподалеку расположен пляж. Несмотря на большую территорию отеля, дойти до пляжа от выхода из отеля можно примерно за 2 минуты. Зайти на пляж можно с двух сторон. Я захожу сейчас со стороны аквапарка, со стороны отеля «Адам и Ева». Пляж оборудован, тут есть душ, кабинки для переодевания, пляж отмечен голубым флагом. На пляже два бара, с этой стороны находится у нас карамель-бар. Он работает с 9 до 18 и только в летний период. Кроме напитков, тут доступны фрукты, мороженое, кофе, мидии, кукуруза. Этот бар предоставляет сервис к шезлонгам. Официанты разносят напитки и фрукты, закуски непосредственно к шезлонгам в течение дня. В 2024 году пляж был также обновлен. Были заменены шезлонги, матрасы на шезлонгах на новые 15-сантиметровые водоотталкивающие.
Деревянные дорожки для удобства передвижения между шезлонгами также были заменены в этом году на новые. Шезлонги стоят не на песке, а на деревянных платформах, от солнца оборудованы навесы. Пляж очень широкий и длинный, протяженность его 270 метров. Песок мелкий, вход в воду пологий, на берегу присутствует небольшое количество гальки, но она очень мелкая. Такой пляж будет комфортен как взрослым, так и детям. Белековские пляжи прекрасны. На пляже есть пирс, на пирсе шезлонги-зонтики и также есть бар. Покрытие пирса также было обновлено в 2024 году. На пляж можно зайти и с другой стороны, со стороны футбольного поля и ресторана «Сумак». Благодаря большим размерам пляжа, гости тут рассредоточены по его территории и создается впечатление, что людей немного, даже в периоды большой загрузки отеля. «Сумак»-ресторан работает как снэк а-ля карт, тут доступен обед по меню с 12:30 до 16 часов. Наличие такого ресторана на пляже – это удобно, нет необходимости переодеваться и идти в основной ресторан, чтобы пообедать. Заказ блюд доступен по QR-коду, они расположены на каждом столике. Если вы далеки от новых технологий, не переживайте, ваш заказ примут официанты и все равно вас накормят. В этом же ресторане находится и бар, также с широким ассортиментом, с концепцией «Ультра все включено», со всем ассортиментом напитков, которые доступны в лобби-баре. В ресторане также уникальный интерьер, он не похож на то, что я видел раньше. Вечером данный ресторан становится рыбным а-ля картом. Посещение а-ля картов не включено в концепцию отеля, они платные. Интерьер украшают уникальные предметы, например, вот эти колонны были выгравированы индийскими женщинами и изготовлены специально для отеля Spice. Рядом с Сумак рестораном есть площадка, где готовят гözleme, это турецкие лепешки. Работает этот сервис с 11 до 16 часов, очень вкусно, лично мне они очень нравятся. На территории отеля находится профессиональное футбольное поле, соответствующее стандартам FIFA. Отель принимает профессиональные футбольные команды. Также в бесплатном пользовании для туристов в отеле расположены 4 теннисных корта с кварцевым покрытием. Идем по красной дорожке по территории отеля, наслаждаемся видами вокруг, все аккуратно пострижено и ухожено. А я направляюсь к основному зданию отеля, чтобы перейти к обзору объектов инфраструктуры, которые остались у нас внутри основного здания. Это ресторан, спа-центр, конференц-зал и номера. Территория, конечно, бомбическая. Тут хочется гулять бесконечно и наслаждаться этими видами, получая эстетическое удовольствие. Не знаю, кому как, а мне лично очень нравится. Все, думаю, теперь точно хватит территории. Пойдем в основное здание, начнем с ресторана. Основной ресторан ИСОТ работает на завтрак с 7 до 11 часов, обед с 12:30 до 14:30 и ужин с 19 до 21:30. С 23 до 0 работает ночной буфет, а с 0 часов до 7 ранний завтрак. Временные интервалы очень широкие, например, если взять завтрак, ранний, обычный и поздний, то начинается он в полночь, а заканчивается в 11 утра, то есть длится всего 11 часов. Поэтому практически в любое время в главном ресторане доступна еда, и это не считая других мест, где можно также поесть. Интерьер в ресторане выполнен в таком же стиле, как и вся архитектура отеля. Также встречаются необычные предметы интерьера. Что касается еды в двух словах, все прекрасно. Ассортимент большой и на завтрак, и на обед, и на ужин. Все безумно вкусно. Много овощей, салатов, горячих блюд. Всегда несколько видов мяса, рыба, морепродукты, фрукты, пирожные, выпечка, сыры. Есть диетический буфет. Все названия блюд дублируются на 4 языках, есть таблички. Это удобно, если вы вдруг не понимаете, что перед вами, всегда можно прочитать. Spice – один из немногих отелей, где на шведском столе можно найти также гречку и овсянку. Отдельно в ресторане есть детский зал. Шведский стол сделан под рост детей, чтобы дети могли брать еду самостоятельно. Ассортимент тут тоже весьма хороший. В меню для детей есть супы, каши, баночное питание марки HIP.
У отеля довольно сильная детская концепция, предоставляется дополнительно множество аксессуаров для самых маленьких и постарше, начиная с детской кроватки, бутылочек, разогревателей до детских халатов и тапочек. Для детей постарше есть отдельный игровой центр. Думаю, даже некоторым взрослым тут тоже будет интересно. Тут большое количество всевозможных игр, начиная от бильярда, заканчивая боулингом. Множество разного рода игровых автоматов на любой вкус и для разных возрастов. Следующий объект, который достоин внимания, это спа-центр. В первую очередь это шикарные уникальные интерьеры, тут можно расслабиться и ощутить атмосферу восточной сказки. Пользование сауной, баней и хамамом входит в концепцию отеля, ничего оплачивать дополнительно не нужно. Концепция спа-центра разработана для улучшения физического состояния, а также качества жизни гостей. Используются натуральные органические продукты высочайшего качества, предоставляются услуги по уходу за кожей лица и тела, применением высококачественной и профессиональной косметики, а также массажи, ароматерапевтический, аюрведический, стоун-терапия, антистрессовый массаж, антицеллюлитный, лимфодренажный, гармонизирующий, ломи-ломи массаж. Спа-центр – это поистине интересное и уникальное место, где можно расслабиться и насладиться, и отдохнуть и телом, и душой. В спа-центре расположен полуолимпийский крытый бассейн площадью 200 квадратных метров, он подогревается, а также тут есть хорошо оборудованный тренажерный зал. Отель подходит для проведения встреч и конференций. Основной конференц-зал площадью 1000 квадратных метров может быть разделен на несколько отдельных залов. Также имеется 6 салонов для деловых встреч и переговоров. Все конференц-залы оснащены специальным оборудованием, есть проекторы, телевизоры, флипчарты, микрофоны, экраны, сцена, трибуна. Далее смотрим с вами номера. В 2024 году отель закончил реновацию оставшейся части номеров, которую начал в 2023 году. Так что полностью все номера отреновированы. И вам не может попасться тут ушатанный номер, их тут просто нету. Начинаем с категории стандарт, это номер 1210, доступ осуществляется по ключ-карте, ее нужно вставить в картоприемник для того, чтобы в номере было электричество. Всего в отеле 546 номеров, которые вмещают 1160 человек. На входе справа находится ванная комната, номер выполнен в таком же восточном стиле, все ванные принадлежности имеются. В номерах используется итальянская косметика марки Etro. Есть большое зеркало и фен. Площадь номера 36 квадратных метров, предназначен он для размещения 3 человек. Заметно, что номер после реновации выглядит как новый. Интересные подсветки, балдахины над кроватями. В номерах центральный кондиционер, телевизор. Wi-Fi также работает в номерах. Есть набор для приготовления чая, кофе. Номер просторный, интерьер приятный. После реновации в номерах преобладают светлые тона, хотя до реновации в прошлом цветовая гамма оформления номеров была более коричневой. При заселении вместе с ключом вам выдают книжечку с описанием концепции отеля. Изучите ее, чтобы знать, что где находится и в какое время работает. Мини-бар в номерах пополняется ежедневно. Вода обычная и газированная, пиво, кола, фанта, спрайт. В номерах есть балкон. С балкона открывается вид на территорию отеля, а также вид на море. Есть в номере и халаты, и тапочки, всякие дополнительные мелочи, а также электронный сейф. Пользование им предоставляется бесплатно. Вечером территория отеля красиво подсвечивается, и с балкона открывается вот такой интересный вид. В номере достаточно светло, в темное время суток можно использовать разные подсветки, которые включаются и выключаются по отдельности. Кровати удобные, постельное белье качественное. Следующая категория номера – это сьют. Площадь его 67 квадратных метров, состоит из двух отдельных комнат. В первой комнате большая двуспальная кровать, телевизор, стол, кондиционер, есть ванная комната. Номер выполнен в таком же стиле, как и стандарт. Поддерживается общая стилистика отеля, а во второй комнате расположены две односпальные кровати, а также небольшой диванчик. Тут также есть кондиционер, горячий сетап,
телевизор, фен, балкон, телефон. С балкона открывается вид на территорию отеля, а также вид на море. Номер сьют просторный, тут вполне может комфортно разместиться семья из 4 человек. Тут 2 отдельных комнаты, и у каждого может быть свое личное пространство. Ну и, конечно же, изюминка отеля – это виллы, их 22 штуки, и находятся они в отдельной зоне. Носят название пряностей, например, минт, мята, джинджер, имбирь. Расположены виллы отдельно от основного здания, тут зеленая цветущая территория. Я покажу вам виллу «Шафран». Таких вилл на территории отеля 5, площадь 185 квадратных метров. Предназначена она для размещения 5 человек. Отдельно есть небольшая кухня, большая гостиная с мягкой мебелью и обеденным столом на 8 человек. Интерьер тут тоже весьма интересный, с уникальными эксклюзивными предметами. В гостиной прозрачный пол над бассейном. У гостей вилл специальная VIP-концепция и свой набор услуг. Включены экзотические фрукты, вино и напитки в номер. Регистрация заезда у них также происходит в номере. Гости вилл пользуются павильоном на пляже бесплатно. У них включен индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт, посещение а-ля-карт ресторанов, а также посещение VIP-ресторана «Дефне», рум-сервис и услуги прачечной. На вилле 2 спальни, в одной из них расположено 2 односпальные кровати, есть телевизор и кондиционер, 2 отдельных ванных комнаты, ванные принадлежности, итальянская косметика тут используется Bottega Veneta, интерьер приятный, во второй спальне большая двуспальная кровать, а также отдельная ванна с джакузи, свой бассейн на территории, столик, стулья, шезлонги, зонтик. По вечерам тут бывает весело, проводятся анимационные программы и тематические вечеринки. Анимация активная, шоу-программы привозные, профессиональные. Рекомендую отель для всех категорий туристов, особенно для требовательных и взыскательных. Отель соответствует высокому уровню сервиса. Красивая ухоженная территория, марокканская дворцовая архитектура, множество уникальных предметов интерьера. Шикарный пляж, отличное питание, хороший детский клуб, аквапарк, развлекательные программы, отличная VIP-концепция. Отель по праву можно считать одним из лучших, которые я посещал. Вы, наверное, думаете, что он стоит как крыло от самолета, но я считаю, что цена на Spice не является высокой по сравнению с похожими отелями с высоким уровнем сервиса. И я думаю, что он того стоит. Если цена вам кажется высокой, рассмотрите отдых в нем в начале сезона, в мае, или, например, к концу сезона, в октябре. В эти месяцы вполне можно найти интересные ценовые предложения. Если подводить итог, могу сказать, что лично мне отель очень зашел. Он уникальный, интересный, я бы сказал, даже бомбический. Смело рекомендую, крепкая пятерка, приезжайте, не пожалеете. Если встать на сторону требовательного туриста, то могу сказать, что мне придраться здесь не к чему. Надеюсь, мой обзор был полезным и интересным. Если это так, ставь лайк, подписывайся на канал. Всем пока и до встречи в новых выпусках.